14 августа 2020 года стал знаковым днем не только для сотрудников Балаковской атомной станции, но и для всех балаковцев. В нашем городе открылась приемная общественного совета государственной корпорации «Росатом». На открытии новой приемной присутствовали директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская атомная станция Валерий Бессонов, заместитель директора по управлению персоналом БАЛАЭС Виктор Басов, глава БМР Александр Соловьев и другие гости. Здесь особое событие, я могу сказать точно, потому что общественная приемная – это та приемная, которая позволяет работать не только на административном уровне, верхнем, а спуститься вниз. Будет прямой диалог между населением и общественным советом и руководством госкорпорации. Сегодняшнее открытие приемной общественного совета госкорпорации «Росатом» наступает именно в тот момент, когда необходимо иметь самую прямую связь с жителями. Поздравляю вас с открытием этой приемной. Надеюсь, что народная тропа не зарастет, она будет всегда здесь идущей и подпитывать вас самыми необходимыми запросами. Руководство станции представило руководителя новой приемной. Ей станет Наталья Бондаренко, которая посвятила работе в атомной отрасли в нашем городе многие годы. Ответственность лежит достаточно большая. Буду прилагать максимальные усилия, чтобы наша приемная работала эффективно. Конечно, убеждена, что это проект очень полезный и правильный. Валерий Бессонов и Александр Соловьев подписали свидетельство об официальном открытии приемной и пожелали новому руководителю площадки успехов в работе. Наталья Бондаренко продемонстрировала гостям рабочий кабинет, где и будет проходить прием посетителей. Проходите. Кабинет. Да. Здесь вот такой столик для переговоров. Здесь они могут ознакомиться, в какое время и в который час они могут прийти, начиная с сентября месяца, по понедельникам, четвергам, по вечерам после работы. Пока что в приемной общественного совета будет трудиться два человека – Наталья Бондаренко и ее помощник. Прием граждан будет осуществляться ежедневно по будням в рабочие часы, в понедельник и четверг по вечерам. Собирать инициативы именно от граждан, их идеи, и воплощать уже потом, впоследствии, привлекая ресурсы «Росатома» здесь у нас на площадках, на наших территориях. Конечно, это все сделано для развития нашего города, для развития нашей территории. Общественный совет Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» создан в 2006 году и является постоянно действующим совещательно-консультативным органом общественного контроля. Он обеспечивает взаимодействие госкорпорации «Росатом» и предприятий отрасли с общественными объединениями, гражданами Российской Федерации, органами региональной власти и местного самоуправления, профессиональными ассоциациями в целях выработки рекомендаций для принятия решений в области использования атомной энергии и развития атомной энергетики. Первая приемная была созданная еще в 2014 году в Новоуральске, и создавались в основном приемные на предприятиях атомной отрасли, где приемные работают достаточно эффективно, успешно. И я хотела бы, конечно, очень много хороших примеров получить для того, чтобы здесь потом реализовать это все. Балаковская приемная общественного совета государственной корпорации «Росатом» уже обзавелась сообществом в социальных сетях и электронным адресом. Все для удобства и более тесного взаимодействия с жителями. Перед началом приема вся необходимая информация будет донесена до жителей через информационные площадки города.